Строительный мусор и канализационные стоки, разрушенные ливневки – вот что оставили после себя строительные организации, проводившие работы в этом районе. Администрация города выделит деньги на ремонт дороги, но ущерб будет взыскивать застройщиков в судебном порядке. Виновного найдут, его осудят, но денег у него нет. И ремонт этой дороги ложится на плечи муниципалитета. И поэтому я принял решение и уже дал поручение о том, чтобы были найдены 20 миллионов рублей, чтобы мы заново этот участок проложили ливневку, чтобы мы заново проложили фекалку. Вот, и потом восстановили дорогу. На владельцев новостроек уже подано заявление в суд. Впрочем, и до вынесения судебного решения застройщикам придется заплатить штраф. Ремонт дороги планируют завершить в сентябре.